Шайба так близнула штангу, не знаю, может, повторю, увидим, еще момент, и заползает все-таки, ничего себе, Егор Спиридонов, автор первой шайбы «Стальных лис» в этом сезоне. Хорошая атака, и счет в матче открыт. Вместе с Александром Сердюком. Ух, как обыграл Дорофеев, ой, как красиво это было, уже лежал буквально на льду, а еще и забил, вот это да, этот момент надо смотреть вот прям со средней зоны, когда Дорофеев вот таким вот чудом смог сохранить шайбу, обыграть, и я прекрасно понимаю Юрия Панова, который удивлен. Вот, смотрите сейчас, Спиридон, вот к Дорофееву приходит шайба, смотрите, сидит. Можно играть. Дорофеев побежал к шайбе. Шайбу он эту забрал и передачу сделал. Ой, красотища какая! 4-0. Но это просто браво. По-другому и не скажешь. Просто красота.